Куча мусора, отходы жизнедеятельности местных работников и ужасная грязь. Так выглядит обратная сторона автомоек и пунктов замены масел на пересечении Дэн Сяопина и Патриса Лумумбе. Но если с трассы всего этого безобразия не видно, то для местных жителей это настоящая проблема. Летом у нас вонище, зимой у нас, значит, гололед, весной ни отливов, ничего нет, у нас топит. Мы живем как в аду. Все, и управы на них нету, ничего на них нету, они ничего делать не хотят. Тут разговор еще идет о жадности. Они хотят вот это все снести, закрыть нам все заезды. Это значит не подвести ни уголь, не сделать похороны. Улица у нас старая, 60-го года. Строения все деревянные, расположены близко друг к другу. В случае пожара, уже было два пожара, пожарная не может подъехать сюда. Мы сгорим все. Куда нам потом идти? Обратиться за помощью местные жители решили к партии «Республика Атадюрт». Горожане говорят, у этого политдвижения уже был успешный опыт борьбы с незаконными постройками. Весной прошлого года «Республика Атадюрт» смогла добиться сноса заправки, построенной в нарушение всех норм на пересечении Южной магистрали и проспекта Мира. Мы знаем, что уже если действия были, уже хорошие действия, снесли заправку по магистрали. Но мы надеемся, что и здесь нам помогут. Конечно, будем голосовать. Это в наших интересах, потому что мы верим, если там получилось, значит и у нас получится. Я так думаю, что люди нас все поддержат. И пойдем, будем голосовать за него. За «Республика Атадюрт», за эту партию будем голосовать. Кандидаты в депутаты от партии «Республика Атадюрт» пообещали помочь местным жителям. Тем более, что для этого есть законные основания. У нас на сегодняшний день есть постановление городского кенеша. На основании этого постановления, получается, эти все строения незаконные на сегодняшний день. Ну, может быть, до этого они брали законные документы. Здесь получается, во всех письмах, ответах, здесь получается, что они брали на легкую конструкцию. Ну, как вы видите, сейчас эти все легкие конструкции выросли как уже постоянные здания. Заняться этим вопросом вплотную партия «Республика Атадюрт» намерена после выборов. Повлиять на муниципалитет в качестве кандидатов в депутаты партийцы не смогут. Поэтому члены политдвижения надеются на поддержку столичных избирателей. Партия кардинальных реформ «Республика Атадюрт». Голосуй за номер 4.